Всем привет, с вами RuneNightmare. На моем канале выходил глич с использованием карт Таро. И это один из самых быстрых способов прокачки как опыта, так и денег в RDR Online. Но я покажу вам способ, который позволит вам еще быстрее нафармить себе денег. По сути, это будет тот же самый способ, но немного с измененной механикой. Итак, перейдем к тому, как же он выполняется. Для того, чтобы его выполнить, вам также понадобится роль коллекционера, потому что глич использует все те же карты Таро. Итак, напомню, что продаем мы данные карты и, собственно, берем задание у мадам Назар. Это странствующая торговка. И сейчас она находится в Widow's Rock. Это, соответственно, ближе всего будет к вам точка к Валентайну, поэтому если вы находитесь в другом месте, то берете быстрое перемещение и идете в Валентайн. Далее скачете в Widow's Rock и там находите мадам Назар. Обратите внимание, что у мадам Назар вы можете как купить предметы, так и продать. То есть, например, те коллекционные предметы, которые вы нашли, вы продаете у мадам Назар. И также у нее покупаете карты для поиска сокровищ, в частности карт Таро. Но в данном случае нам такая карта не понадобится, потому что она находится, карта Таро, рядом с мадам Назар, то есть вот в этой вот локации. Вы подходите в этот дом и вы увидите, что на столе у вас лежит карта Таро. А далее вы используете тот самый глич, который был у меня на канале ранее, то есть вы заходите в сообщество и коннектитесь к игроку, затем два раза нажимаете на клавишу PlayStation и еще раз коннектитесь к игроку из сообщества. Более подробно про данный глич смотрите по ссылке в правом верхнем углу в подсказках. Итак, таким образом вы будете сбрасывать сессию. И далее вы будете брать карту, то есть вы два раза подключаетесь и берете карту. То есть все то же самое, как мы делали в прошлом гличе. И просто ждете, пока эта карта у вас исчезнет. И так повторяете до того момента, пока у вас не наберется 10 карт, потому что это максимальное количество карт одного типа, которые вы можете себе набрать. Итак, вы повторяете эту процедуру из раза в раз, то есть коннектитесь к человеку из сообщества, потом два раза нажимаете на клавишу PlayStation и снова коннектитесь к человеку из сообщества. После этого нажимаете на треугольник и берете карту. Еще раз повторю, что данный глич я показывал в прошлом видео, и обратите внимание на ссылку в правом верхнем углу, который всю процедуру глича там показывает. Итак, мы выполняем данную процедуру до тех пор, пока в левом верхнем углу у нас не появится надпись о том, что у нас получено максимальное количество карт данного типа. После того, как мы увидели данную надпись, мы отправляемся к мадам Назар и продаем наши карты. Итак, напомню, что мадам Назар у нас находится, собственно говоря, в 5 метрах от нас, то есть нам далеко бежать не надо, мы просто бежим до ее будки и продаем все карты, которые мы получили. Тем самым мы сейчас сбросим счетчик этих карт. И самое интересное, что после того, как мы все это продали, мы возвращаемся снова в это же здание и увидим, что там снова лежат карты. И далее мы повторяем всю процедуру заново. Тем самым вам не надо будет бегать по всей карте и выискивать эти, соответственно, карты Таро и как-то мучиться. Вы просто бегаете туда-сюда из этого дома к мадам Назар и обратно. После того, как наберете максимально 10 карт одного типа. Таким образом, у вас будет максимально быстрая прокачка как опыта, так и денег. Соответственно, таким образом вы набираете колоду из 10 карт и бежите к мадам Назар. Меньше карт смысла продавать нету, то есть вы продаете по максимальному количеству. И так вы будете зарабатывать, соответственно, по $90 в среднем за такую колоду из 10 карт. Это достаточно неплохие деньги в RDR, и таким образом можно быстро сколотить себе состояние. Однако есть и другой способ, но о нем я расскажу немного позже. И для его выполнения вам понадобится 12 уровень коллекционера. Собственно говоря, используйте данный глич для прокачки уровня коллекционера. И на 12 уровне используйте глич, который я покажу позднее.
А с вами был RuneNightmare. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. И всего вам доброго!